Сказал об этом не я. Здесь заявлено организаторами, что идет выявление, поиск элит. Да, ну, во-первых, я вообще к элитам сложно отношусь, да. Элиты по рождению для нас не свойственны, учитывая, что сословность мы давно отменили, а сейчас пытаемся к ней приблизиться, но в очень такой неказистенькой форме. Поэтому только по достижениям. Меритократия, продвижение по заслугам. И те, кто сейчас об этом задумывается, то, о чем я сказал на встрече с этими замечательными, пытливыми молодыми людьми, мы имеем шансы быть удобрениями для тех, чтобы вот те, кто будет более жизнеспособен, более применим, более правильным для государства и для страны, чтобы они выросли, чтобы они имели питательную среду, питательную базу. Те, кто сейчас находится в поиске, мы как раз являемся удобрениями для тех, кто будет завтра делать эту страну и государство сильнее и лучше.